Привет, друзья, с вами Раш Налинзук, и это онлайн-мясо по игре Spartacus Legends. И сейчас мы будем биться против Массаж 1. У него боец Иномай, смотрите, он взял Иномай, офигеть, его тоже можно в онлайне использовать. Итак, как вы можете помнить, наш двуручный боец Ян погиб в прошлых сериях. И сейчас я взял нашего старого Марарбал с двумя кинжалами. Вот я не знаю, как мы сейчас будем биться с Иномаем. Что-то я очкую, ребята. У него рейтинг в два раза выше. Охренеть. Это читерство какое-то, блин. Давай, давай, давай. Охренеть. Крутой, да? Нифига он такой шустрый. Нет, это бесполезно. Конец нашему Марарбалу, видимо. Давай, давай, давай. Давай. Сука. Блин, хоть один раунд вырвали, собака такая. Фу, сволочь. Ну покупают, блин. Крутых бойцов. На, сука. Уходи, уходи. Фак. Что ж за невезение такое, а? Ну... Покупка вот этого бойца — это тоже опасное дело, потому что он не воскрешается. То есть, если один раз он умрет, то все, это навсегда. Так что игрок тоже очень рискует. Но он стоит всего 70 золотых, в принципе. Но я видел, он продается, но я не хотел его покупать, и я не стал рисковать, например. Я бы лучше купил себе нормального гладиатора и там одел у него доспех. Ну вот видите, ну хотя бы один раунд я продержался, можно сказать. Было напряжно. Так, ну ладно, у нас пока еще бесплатное воскрешение. Да, надо что-то делать, что-то думать. Ну, вы видели, да, что у него стратегия была, он просто тупо по кнопке гасил, и все, он даже не вставать, не давал вставать. Я еще пытался хоть что-то уворачиваться, что-то делать, и вот благодаря этому только один раунд вырвал. Просто собраться нужно, я не знаю. Продолжаем. У нас сейчас, как видите, два гладиатора осталось. То, что предлагают на рынке, мне сейчас абсолютно неинтересно. Те стили, которые там предлагают. И того же Иномая предлагают, но я не хочу его покупать, друзья. Не вижу смысла дальнейшего. То есть это боец на один бой, да, пока тебя не убьют. Зачем? Лучше взять гладиатора, которого можно будет несколько раз хотя бы воскресить. Итак, кто у нас там? Надеюсь, не Иномай опять? Нет, не Иномай. Аулус какой-то, некий. 93-й рейтинг у него. Фил Рид 84. Смотрите, у него череп. На флаге он тоже, значит, уже ветеран турниров. Да, два меча против двух кинжалов. Туговато мне опять, наверное, будет. Буду стараться, друзья, ладно. Уж не серчайте, если мы будем сегодня только погибать. Я делаю все, что в моих силах, но... Это все-таки онлайн, друзья. Мы играем с живыми соперниками. Тут можно ждать всего, что угодно. Begin! Ух ты! Как он меня внасер! Ближний бой — это моя фишка. Ух ты, черт, что он сделал? Я не, даже не понял. Так. А, черт, зараза. Есть,
Блин, как это я его... Ух, капец какой-то. Ну почему удар ногой не прошел? Это вот обидно. Это неправильно, друзья, вы видели? Удар просто не засчитался. Такого не должно быть. Ну что, вообще удар мимо летят? Ну что за фигня? Блин. Давай! Ну! О, черт, ну как же так-то? Ну не, блин, ну... О, беда! Блин! Вообще, вроде на равных идешь, все, вроде... Все, я начал добивать уже в нем, но он был на последних задыханиях, но нет, и пропускаю удар. Пипец какой-то. Фу. Блин, ну что ж, неужели мы сегодня так и не выиграем ни у кого? Обидно будет. Так, пошли денежки высасывать из нас за воскрешение. Ну, конечно, это не мой стиль, абсолютно два кинжала. Я смутно представляю, как тут правильно выиграть. Надо близко подбираться к противнику, бить его. Остальные какие-то удары для меня не очень полезные. Я вот, соответственно, я всерьез не воспринимаю все-таки этого бойца Марарбала. Хотя он у нас сильный такой вот. Но вот тактику я не могу особо им освоить. На дальней дистанции держаться смысла вообще нет, как бы, да, у него короткое оружие, то есть надо вблизи, а пока ты подкатываешься, ты можешь всегда нарваться на удар противника, и это пугает, обескураживает. Опять Иномай, ёпта, ну что ж такое-то, блин. Это тот или другой уже враг, потому что у него ноль убийств, а нас убили же в прошлый раз Иномаем. Народ не покупал, что ли, Иномая? Какой-то массаж один, да, вроде не он. Другой был у нас. Против нас противник. Блин, посмотрим, как он сейчас будет биться. У него дамаг 173, капец. Это просто, это что-то. Honored gladiators, fight! Тихо. Так назад. Отходим. Черт, да нет, блин, ну вроде попадаю, но и он снимает гораздо больше, чем я просто. Это же жесть. Блин, попал с такой дистанции. Блин, ну увидели. Все, жескач просто. Просто вынос Марарбала. Да, серия неудачная у нас получается, друзья. Не везет, абсолютно не везет. С противниками особенно. Вот, блин, ну покупали Иномая, сволочи. Зато как бы и было досадно, если бы я его убил, но, блин. Наверное, Марарбала мне уже не светит. Но я не вижу смысла нам его сохранять, да. То есть сейчас я его воскрешаю еще последний раз. И выставляю на бойню, друзья. Подкрепите лайком, друзья, если вы хотите, чтобы он все-таки победил, но ничего обещать не могу. Я постараюсь, конечно. Очень тяжело даются бои сегодня. Давай, Марарбал. Ты должен принести нам славу напоследок хотя бы.
Вообще, конечно, сегодня участников много. То есть каждый раз разных подсоединяют. Вот самое это обидное, разным, каждому проиграть, каждому другому участнику. Кто там у нас в этот раз? Нам ничего не страшно, мы идем на верную смерть, так что. А542 какой-то Артем. О, может это русский парень. Юниус. Боец. Рейтинг 107 повыше, чем у нас. Блин. Тоже кинжал, кстати. Может попроще будет. Посмотрим. Не так обидно проиграть какому-нибудь иномаю, как вот такому бойцу, который вон ноль боев вообще. Он только вот создал это, видать, гладиатора купил. Экипировал и выставил его. Gladiators, begin! Ой, черт, я справа. Непривычно. Давай, давай, Артем. Ходи. Есть. Все еще потеряно для Марбола, да? Ух ты! Артемка! Черт! Бросок! Кстати, заметил, на этой арене очень большая смертность. Очень быстро фейм набирается. Ну что ж, мы его сделали. Отрезали ему лицо. Артемка, если ты русский, если ты нас смотришь, отпиши в комментариях. Ты был молодцом. Так, ну что ж, значит, у нас еще, возможно, боя сегодня будет, друзья. Я думал, что это уже конец. Но наш боец еще готов сражаться. Есть противники не столь крутые, которым мы можем что-то противопоставить. Так, ну что, у нас уже второй рейтинг. Набираем баллы быстро. Ну что ж, давай, Марарбал. Удачи тебе. Так, вот это мы брать не будем, буст. Нам особо не поможет, я думаю. Раздражает то, что бусы каждый раз сами предлагают нам. Можно просто автоматом его купить. Там есть другие бусы, там типа для фаталити, там, но они уже стоят золото. И, соответственно, я не могу себе позволить, к сожалению, друзья. Игра все-таки free-to-play, тут надо деньги тогда вливать. А я этим не занимаюсь. Я играю чисто бесплатно. Как вы видите, можно играть бесплатно, спокойно. Получать от этого удовольствие. Так, ну кто там у нас? Опять Масай с Иномаем, урод, блин. Вот, чё, друзья, наверное, последний бой наш. Пожелайте нам удачи. У нас уже... Почему у него ноль убийств? Он же меня убил в прошлый раз. Или он каждый раз покупает нового Иномая? Непонятно. Скорее всего. У меня он уже 5 убийств, а у него 0. А он нас убил. Что за фигня? Или бы он бабло вваливает и постоянно иномаев покупает. Может, у него куча уже этих иномаев. Не знаю. Опа.
Че это он свалил-то? Нифига себе. Из сервера нас скинуло, друзья. Кикнуло. Хм. Возможно, это какой-то знак. Возможно, это удача. То, что... Кстати, надо попробовать зайти. Не засчитали нам проигрыш. Это, кстати, может быть. Но, возможно, это знак, что нам нужно оставить Марарбола в покое. Как вы считаете? Так, ну что там с сервером-то происходит? Все, сервер недоступен. Ну что, друзья, то на этом мы завершаем данную серию. Оставляйте ваши комментарии. Хотите ли вы, чтобы Марарбол пал у нас в следующей серии? Или хотите увидеть бой с другим гладиатором, который у нас два меча? Пишите все это в комментариях. Я учту ваши пожелания. Возможно, вообще к следующей серии у меня появятся уже новые гладиаторы. Так что продолжайте смотреть онлайн-мясо по игре Spartacus Legends. С вами был Rush Norinzuka. До новых встреч!